Ну, вы понимаете, да? Вот, вот, ну, пришла я, включилась камера и музычка. Музычка под настроение, подожди. Сейчас будет, друзья. И я ждала, тебя так ждала. Ну, а сегодня, понимаете, мы в парке Горького. Вот этой вот всей вот толпой, значит, отмечаем Всемирный день русского единения. Вот как вам такое, а? Ну, наконец-то, снова, вы знаешь, уже душа радуется, когда тебя вижу. Знаешь, это почему? Потому что вот я как не приеду к тебе, вот по твоему приглашению, так размах, ты посмотри, сколько людей, а сколько локаций сегодня, а веселье. Ну вот, что ты ощущаешь, когда реализуешь не то, чтобы, знаешь, проекты, а вот проекты, которые дарят людям такие эмоции, такой досуг, вот это это же просто... Я получаю невероятное удовольствие. Это вообще сложно с чем-либо сравнить. Когда ты увидишь искренние улыбки, когда ты видишь заряженные горящие глаза, это, безусловно, дает новые силы. И в эти моменты ты уже думаешь, а что будет дальше? А что можно придумать в следующий раз, чтобы впечатлить еще больше и удивить приятно еще больше? Мне кажется, это самая главная мотивация вообще, в принципе, во всей моей работе. А чем ты удивляешь конкретно вот на этой площадке сегодня? Слушай, я удивляю на самом деле масштабами и размахом. Например, на центральной сцене сегодня выступит 18 артистов и 9 звездных ведущих, что немаловажно. Я удивлю очень крутыми шатрами, которые представлены сегодня на площадке с отечественными брендами и компаниями. Я удивлю лекториям, где пройдет очень много классных дискуссий, мастер-классов, где также любой желающий может принять участие. И на самом деле я удивлю, мне кажется, тем, что сегодня здесь невероятная концентрация артистов, звезд, актеров, блогеров и прочих селеб, которые ходят, улыбаются, со всеми общаются. И сегодня, мне кажется, здесь царит какая-то очень приятная, добрая, светлая атмосфера дружбы. Вот какой смысл ты видишь в этих словах? Всемирный день... Всемирный, ты представляешь? День, Всемирный день русского единения. Как я понимаю эти слова? Слушай, да, наверное, надо, чтобы больше и больше людей понимали и ощущали, что русский народ, он и так в целом, мне кажется, объединен максимально. Но как мы видим, что многие познают сейчас только то, что с Россией надо дружить, с нами, с нашим прекрасным народом не надо ругаться, к нам, с нами надо наоборот объединяться, понимаешь? Мы такие дружелюбные. Да, мы прекрасные, правда. Мы невероятные люди. Просто русский человек, абсолютно любой, это будет, несмотря ни на что, ребенок, мальчик, девочка, женщина, мужчина, мы все до поры до времени добрые. Но если нас обидеть, понимаете, вот с каким мечом пришел, с тем же и уйдешь. И до свидания, как говорится, да, понимаешь? Поэтому опасно с нами просто шутить. Слушай, мы с тобой же такие, знаешь, взрослые, такая взрослая молодежь, но у нас здесь очень много, если мы посмотрим, много очень детей, очень много школьников. Есть такая фраза: будущее в детях. Вот ты с ней согласен, 100%. Что ты... 100%. Слушай, поколения меняются, как-никак мы все не вечны. И, конечно, будущее за вот сейчас за нашими детишками, за подростками. И поэтому для меня это такая неотъемлемая часть оставить какой-то след и хороший след. Юлиан, вот Всемирный день русского единения — это все-таки молодой праздник, то есть это все то, вот он новый, он только появился. Как ты считаешь, такой праздник, он вообще нужен? У нас же очень много праздников, казалось бы, куда еще больше? Я считаю, что чем больше праздников, тем лучше. Нам есть к чему стремиться. У итальянцев, насколько я знаю, порядка 60 календарных дней в году, выходные только официальные, государственные. У нас сильно меньше, ребят, поэтому больше праздников, больше выходных для людей, это же классно.